Добро пожаловать на наш канал Airgun Media. Сегодня вашему вниманию представляем обзор списанного охлаждённого оружия от оружейного завода Курс, модель Брат 2. Обрез поставляется в картонной коробке, в которой находится сертификат соответствия, инструкция по эксплуатации, а также сам обрез. Цевьё и рукоять выполнены из дерева. Основные части оружия выполнены из оружейной стали. Сверху между стволами имеется прицельная планка. Флажковый предохранитель блокирует ход спусковых крючков. Данный обрез стреляет светошумовыми патронами калибра 7,62 на 54R. Так как данная модель собирается на базе MP43, разбирается она идентично ему. Для этого необходимо снять цевьё. Повернуть запорный винт и снять блок стволов. Для исключения выстрела патронами в стволах имеются штифты. Данная модель стала широко известна благодаря фильму «Брат 2». Этот обрез отлично подойдет для декораций в кино, а также для коллекционеров. Сборка происходит в обратном порядке. Светозвуковые патроны калибра 7,62 на 54 устанавливаются непосредственно в патронник. Приобрести эту модель вы можете в любом розничном магазине сети Airgun только самовывозом, при наличии паспорта и достижении совершеннолетнего возраста. Более подробную информацию о наличии товара уточняйте у наших менеджеров, либо по ссылке в описании. Подписывайтесь на наш канал, а также на наши странички в социальных сетях.